Ты понимаешь это? Неужели какая-то женщина способна соперничать с великой вечностью? Если погибнет вечность, погибнет Нойс. Погибнут все. Пойдем, Эндрю. Пойдем, мой мальчик. Пока есть время, надо бороться. Капсула возвратилась. Значит, связь еще не прервана. Доктор Твиссел, вы не сможете повторить еще раз такой немыслимый старт. А раз так, то капсула не сможет попасть в то же время в то же место. Браво, мой мальчик, браво. Логика вернулась к тебе. Итак, Купер обязательно поймет, что попал не в то время. Что он предпримет? На этот вопрос можешь ответить только ты. Ты ведь разбираешься в первобытной истории лучше, чем я. Ясно одно, что он должен сообщить об ошибке. Но как? Думай, мальчик мой, думай. Это очень просто, доктор Твиссел. Последние уроки с Купером были посвящены рекламе. Если есть способ передать нам такое сообщение, то только через рекламу. Ну что вы, доктор Твиссел? Неужели вы рассчитываете, что вам сразу же повезет? 4 журнала в год, 100 лет 400 журналов, в каждом по 1000 страниц. Мы сойдем с ума. Код 3252. Купер.